На торжественном открытии нового автомобильного движения «Северо-восточный обход села Дивеево» собрались жители и гости района. За строительством дорожного объекта следила вся Нижегородская область. Теперь, благодаря новой магистрали, можно быстро и беспрепятственно доехать до Ардатовского района, минуя Дивеево. Также дорога отсечет весь транзитный транспорт от паломнического центра. Туда и сюда, объездная, она здорово облегчит жизнь всем людям в Дивееве. И не только людей, но и всем водителям, которые ездят в наши направления. Так что это очень здорово. Это разгрузка для Дивеева, вот определенная разгрузка для жителей Дивеева. И мы считаем, что это большая помощь в разгрузке вот дорожного транспорта. Мы только за. Конечно, потоки разделят. Сейчас через Дивеево будет меньше пропускная способность. В плане серафимских торжеств так вообще. Ну, естественно, как некий барьер от пожаров. Такая дорога нужна, конечно. Удобно разгрузить наши Дивеево. Не будет такого транспорта, не большегрузного, который идет проездом. И, конечно, для самих, и сами будем пользоваться этой дорогой. Работы по строительству дороги начались в 2019 году. Подрядчиком выступила строительная компания «Орион Плюс». Общая протяженность северо-восточного обхода составила около 5 километров. Также в рамках проекта построили мост через реку Вичкинзу. Направлено это все с одной целью достижения. Это для того, чтобы жителям, для того, чтобы гостям Дивеево, паломникам дышалось свободнее, жилось комфортнее. В конечном счете вы себя ощущали как дома, чтобы это все окружающее вас, земля, территория становилась благостнее, становилась комфортнее. В торжественной церемонии открытия магистрали принял участие и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Глава Нижегородской митрополии совершил чин освящения дороги. Он отметил, что запуск северо-восточного объезда – это большое историческое событие как для области, так и для всей страны. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, четвертый день Матери Божией, стекает огромное количество людей. И труды попечительского совета, в рамках работы нашего кластера Саров, Дивеево, Арзамаск, призваны к тому, чтобы помочь людям еще в большем количестве прибыть сюда. Трассу «Северо-восточный обход села Дивеево» построили в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».